Друзья, всем привет! Меня зовут Людмила Якубова, и шестой год я на растительном сыроедении. И очень часто меня спрашивают девушки, а как насчет месячных? Не пропадают ли месячные на сыроедении? Друзья мои, ну, конечно же, нет. Если у вас вдруг пропали месячные при переходе на сыроедение, вам срочно нужно, ну, собственно говоря, совершить откат и вернуться к традиционному питанию. Почему? Ну, потому что не выдержала ваша гормональная система. Возможно, у вас там был очень сильный скачок, дефицит веса. И, в общем, гормоналка приказала долго жить, и месячные перестали приходить. Резюмируя, месячные непременно должны быть. Единственное, на сыроедении они, ну, проходят очень незаметно, да, то есть, ну, они, во-первых, сокращаются количество дней, то есть, если так в среднем, да, у женщин на традиционном питании бывает и по 5 дней, и по 7 дней, то у сыроедов, вот, я знаю, как по себе, так и по своим друзьям, ну, в среднем это там 3 дня, вот 3 дня это как бы вот такое самое распространенное. Плюс они абсолютно безболезненные, да, то есть, ты их просто не замечаешь, можешь заниматься вообще любыми своими повседневными делами, да, то есть, месячные не причиняют какого-то дискомфорта. Комфорта. А вот, кстати, вот этот вот пресловутый ПМС, да, когда идет какой-то гормональный сбой перед их началом, когда хочется убивать и плакать, ну вот я не знаю, как у других, но у меня, к сожалению, все это сохраняется точно так же, как на традиционном питании. То есть тут все неизменно. Друзья, задавайте вопросы. Если вам понравилось это видео, непременно ставьте лайки. Ну и все, всем пока-пока. С вами была Людмила Якубова.